взгляд, что трудно выиграть, не реализовывая достаточное количество голевых моментов, которые мы создали у ворот «Факела». Вот. Поэтому счет остался неопределённым. Вопросы? Да, Максим. Дмитрий Иванович, вот зимой во время сборов была такая информация про действие самого, то, что конфликт, не конфликт, что-то такое странное. Можете как-то прояснить ситуацию, сегодня он не вышел. Максим, мы сегодняшний матч обсуждали. Никакого конфликта не было. Павел Гриевич, «Спортэкспресс», Дмитрий Иванович, как ребятам еще не игралось такой мороз, много обсуждается, да? Потому что погода сейчас такая холодная, не боящийся тоже очень хорошо. Да нет, на мой взгляд, если там, футболисты играли там, при минус 15, если было достаточно, ну, для футбола, понятно, и не очень комфортно, но для здоровья все было безопасно, и это показало достаточно интенсивный матч. И искусственное поле, оно было без снега, это хорошо. Вчера, естественно, поле было без снега, и футбол был совершенно другой. Еще вопрос. Дмитрий Иванович, городской патриотический центр, нельзя сказать, что сейчас такой небольшой спад у команды есть, потому что на сборах тоже, но... Спад какой? После чего? Спад после сборов? Или что? Как бы я результатно смотрел там на сборах, да, не было каких-то таких хороших результатов. И вот. Подождите, вы что смотрели? Какой? Смотрели Кубок ФНЛ? Мы проиграли основному составу Урала, выпустив второй состав. Это была плановая ротация. Остальные игры мы не проиграли. Мы выиграли там, по пенальти у Ротора и проиграли по пенальти Самаре. Какие результаты? Результаты достаточно хорошие. Мы сейчас, я считаю, что в физическом плане и те голевые моменты, которые мы создавали, это о том, что команда в правильном направлении. У нас достаточно хорошая скамейка. И сегодня, усилив игру, мы просто не забили с линии ворот. Какой спад? О чем? Кажется, разный футбол смотрит. Нет, просто не очень я проиграл на сборах. Сегодня было больше моментов, но мы все равно не реализовали. Просто это пугает. А то, что там Самаре, которая там пропустила в чемпионате меньше всех, мы забили два мяча. Ничего? Руденко и Фейшн там. Это не ярко? На сборах, вы говорите про сборы. Про сегодняшнюю игру достаточно моментов просто не забили. А то, что мы играли на чужой половине поля, за исключением первых 15 минут, пока адаптировались,